Alors bonjour, je suis Jeanne. Je viens d'assister au séminaire sur les 22 PRK. Добрый день, меня зовут Жанна. И я только что прошла семинар с использованием 22 приборов ПРК. Je pratique depuis 2013 les enseignements de Grégory Grabovoi. С 2013 года я занимаюсь учением Григория Грабового. J'ai travaillé depuis quelques mois avec un PRK à distance. И вот несколько месяцев уже, как я работаю с прибором ПРК-1У на расстоянии. Mais je puis témoigner que le fait de travailler avec 22 PRK physique. Но я могу засвидетельствовать, что работа с использованием 22 приборов ПРК-1У, присутствующих физически в зале, me permet de percevoir nettement la force de ces appareils, le potentiel immense que cela peut développer en nous. Мне дает возможность использования этих приборов почувствовать ту силу и тот огромный потенциал, который они помогают у нас развивать. D'une part, cela a donné beaucoup plus de force et de puissance à mes concentrations. И не говоря уже о том, что даже мои концентрации усилились и более целенаправленные стали. Et d'autre part, j'ai réellement vu s'échapper de l'appareil la matière éternelle. А еще я могу сказать, что здесь я заметила ясно, как из аппарата выходит материя вечности. Et au bout de quelques jours, j'ai vu cette matière éternelle un peu comme dans les livres bleus de Grégory Grabovoi qui les représente. Нескольких дней я заметила, что эта материя вечности, которую генерирует прибор, принимала такой же цвет и очертания, которые можно увидеть в книгах Григория Грабового о вечности. Non seulement dans la salle, mais aussi partout, sur les objets, dans la rue, sur les immeubles. C'est comme si elle se matérialisait. Я видела не только здесь, в зале, распространение этого света вечности, повсюду, вокруг предметов, на улице, когда я ходила, повсюду, как если бы этот свет принимал материальную форму. J'ai donc vraiment ressenti en profondeur ce contact avec la matière éternelle et je peux la visualiser à l'extérieur également. И я глубоко прочувствовала эту материю вечности в себе, контакт с материей вечности, что мне позволило также видеть ее присутствие вокруг меня, не только во мне. En cela, je peux dire que ma vision a changé. И я могу сказать, что вообще мое видение изменилось. Un autre point est que j'ai ressenti les enseignements appris ici. Еще один момент, о котором хотелось бы сказать, то, что, чему я здесь научилась на этом семинаре. Avec beaucoup plus de profondeur, de sens, comme si mes cellules mêmes en étaient imprégnées. Я почувствовала гораздо глубже учение, как если бы мои клетки были пропитаны учением. Et parfois la certitude lors de mes concentrations que c'était déjà réalisé. И иногда во время моих концентраций я испытывала чувство уверенности в том, как если бы это уже реализовалось. Savoir exactement quand je devais continuer et quand je pouvais arrêter mes concentrations. Потому что я стала лучше чувствовать, до какого момента мне надо продолжать находиться в концентрации, когда нужно выходить из концентрации, потому что управление завершено.
J'ai ressenti aussi l'importance de ces appareils. Я почувствовала также значимость этих приборов. Par le fait qu'à mon niveau, j'ai ressenti qu'ils agissaient aussi sur d'autres plans. Я почувствовала на себе, лично на своем уровне, что это работает и на других уровнях, не только на моем личном. Non seulement dans d'autres dimensions où ça amène de la lumière, là où il y en a le plus besoin. Donc, свет, я почувствовала, что он идет туда, где в нем больше нужды, как не только в нашем измерении, но в многомерном мире. Mais aussi le répandant à tout l'univers. И то, что мы его распространяем. Вселенной. Et je me suis sentie vraiment en lien et en unité avec l'univers entier et toutes les dimensions. Et я почувствовала себя в единстве, в согласии со всей вселенной, со всеми измерениями, которые существуют. D'où l'importance de ce travail, puisqu'il va nous amener tous dans l'unité, dans la vie éternelle. Et dans l'harmonie universelle. Отсюда я могу заключить, что учение очень важное, потому что оно нам позволяет всем почувствовать это единство между нами и с миром, принести больше гармонии в нашу жизнь. Aussi, j'encourage tout le monde à travailler dans ce sens. Я приглашаю всех работать в этом направлении. Pour le bien de l'humanité, на благо человечества, de la planète, dans son entier, нашей планеты полностью, в et de l'univers, и для всей вселенной. Et je remercie pour cela Grégory Grabovoi. Я благодарна за это Григорию Грабовому. Ainsi que Marina qui nous a si bien enseigné. А также благодарна Марине за качественное преподавание. Et Violetta qui a travaillé pour les traductions jour et nuit pour que tout l'enseignement se passe bien. Donc je la remercie beaucoup de son courage et de sa ferveur à vouloir bien faire. И благодарю также Виолетту за ее кропотливый труд, за переводы, которыми она занималась и днем, и ночью, для того, чтобы мы лучше все поняли. Поэтому ей большая благодарность, особая благодарность. Et puis je me remercie moi-même pour le travail bien effectué. Et еще я благодарю себя самой за ту работу, которую я смогла совершить. Et puis harmonie à tous et à toutes. Желаю всем гармонии.